Сегодня 3 сентября 2020 года. Вчера в час дня были результаты оглашены, что у меня в подворье птичий грипп. Вот мешки с падалью. Вот мешки с падалью. Вот. Вот такая ситуация происходит. Вся птица, кто уже пал, кто еще не пал, но в очень угнетенном состоянии. Там уже дохляк. Здесь вон валяется дохляк. Там вон тоже дохляк. Птица вот такая вся угнетенная. Сегодня 3 сентября мне сказали, возможно, приедут завтра. Сегодня никто не приедет ни отчуждать птицу, ни забирать падаль. Гусь уже почти весь погиб. Вон столько дохляка и в коматозном состоянии. Утка, правда, еще живая. Вот. Курица, несушка, тоже уже дохнет. Кто дохнет, кто стоит в коматозном состоянии. Вон она стоит никакая. Вот. В сарае валяются куры дохлые. Никому нет дела до населения. Ждут, пока вся птица передохнет, чтобы не платить никому компенсацию. Сейчас я подожди, скажу. Подожди, дайте брать. Это получается... Это за вот этих нам платить не будут, правильно? Нет, ну это вы дохляк откинули, которые уже были мертвы. Вот за вот этих вот нам никто платить компенсации не будет. Хотя курица заражена птичьим гриппом. И, ну, по идее, она умерла не по нашей вине. Когда ее будете изымать, надо будет ее тоже взвесить. Давай было пока. Какой-то выход. Вот этому тоже уже.